что, дорогие зрители, сейчас будет много, много, очень много боли, страдания и унижения. Готовьте, дорогие зрители. Я предупредил. Значит, после этого идет гнездо монстров. Да, это жутенько. Здесь все кишмя кишит монстрами. Когда мы войдем, то на обратном пути не будет. Эстер, собино как нива дайджобу. Эстер, ты уверен, что наша экипировка и все остальное в порядке? Да. Джунби окей. Ладно, думаю, что больше, чем быть более готовым, чем мы сейчас, уже невозможно. Йоси, соле джа ико. Тогда идем. Нифига себе вас тут. Ричи-сан! Рич! Ричи! Аре? Эстер ни? Шера-сэнпай? Кто? Стель? Шера? Нанде... Что вы тут делаете? Ричи, мы уже вынё. Рич не переживает и хорошо сражался. Анта ва ёк татакатта ва. Ты сделал достаточно. Отдыхай. А то ва боктачи ни макасете кудасай. Доверь остальное нам. Сука. Понял. Таскарио. Круто. Демо, киоскете. Тихи ва меномае даке жа. Но будьте осторожны, они не просто... Естественно, не договорил. Обсомневался. Классика жанра просто. Игон, сэмурэ! Назад. What? Нани оре? Какого чёрта? Коиц га коносу но нуши? Кажется, это главарь стаи. Коре ва тамагета на. Кем бы он ни был, это сильный противник. Шоутай ва томокаку. Оставим подробности того, что это. Кангей сарете най но ва ташка да не. Ему определенно не нравится, что мы здесь. О-о. Эстель, куру ва ё. Эстель, осторожно. Ну что, ребят, готовы к страданиям? Поехали. Сейчас будет много боли. Очень много боли. За что? За что мне это? Нет, 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 за что мне это? Это просто кошмар какой-то. Ладно, бросим хотя бы частично, хоть кого-то. Иначе я здесь точно полягу. Живем. Окей, теперь локдаун. Нет, не локдаун. Earthwall. Иначе будем трупами, я вам обещаю, это серьезно. Вы не знаете, на что способна эта штука. Она способна на очень неприятные вещи. Это несколько упростит нам задачу. Вот, вот, вот о чем я говорил. Эта штука может дрипнуть вас просто нафиг. Эх, как повезло, господи. А, богиня Эйдос. А, пойдет. Ау. Окей, это терпимо. Ау. Все еще можно жить, кажется. Но лучше отойти, конечно, уже подальше отсюда. Earthwall не достает, Earthguard достает, но все еще больно.
Окей, ладно, вроде бы терпимо. Плохо. Ладно, хорошо, хорошо. Мне придется сделать так. Игра, спасибо тебе большое за это. Я не достаю до Джоша, серьезно. Твою мать. Ладно, будем молиться, что ты выживешь, дружок. Окей, спасибо, спасибо, просто спасибо. Ау. Ау. Да хорош! Задолбал уже. Ау. Было неприятно. Мне определенно нужен Рюдгар, да? Вообще много на кого, на самом деле. Господи, ну и жесть, конечно. Это очень тяжелый босс-файт, вот он будет очень долгий, потому что я буду проходить максимально сейвово, потому что я хочу пройти его без потерь. Что будет не так-то легко? 50% атаки. Как хорошо, что ты промахнулся. Господи, мне так повезло, вы бы знали. Это просто жесть. Приляг, родной, отдохни. Плохо. Очень плохо. Он еще и выхилился, серьезно. За что мне это? Господи, какого рожна, серьезно? Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Это было ожидаемо, это было абсолютно ожидаемо. Я не удивлен. Рип, просто рип. До свидания. Я не буду. Я делаю рестарт, все. Если не было интересно в это играть, я бы в это не играл. Логично? По-моему, логично. Окей, могло быть хуже. Мне не интересно играть в доту. Аргументный аргумент. Ну, как говорится, кому как. Стоит ли оно того? Лучше все-таки ускориться для начала. А так будет лучше. Живем. Продолжаем ускоряться.
Ай. Все еще терпимо. Так, поехали. Не, как бы в прошлый раз все было абсолютно справедливо. Меня наказали за то, что я слишком рано расслабился, поэтому все окей. Вот это, кстати, повезло даже. Окей. Насчет мобильных игр я, в принципе-то, не против, насколько ты знаешь, потому что если ты следишь за одной линией в группе, ты знаешь, что я в последнее время подзалип на Fire Emblem Heroes. Этого хватит? Нет, ожидаемо. Значит, хватит этого. Окей. Нужно вывести оттуда Шеру. В идеале. Плохо. Он все еще, кстати, не попадал по Шере, это очень хорошо. Да, в Фехе есть свои недостатки в плане совсем уж иногда плохого рандома, но как бы чего еще ждать от гачи? Окей. А, терпим, терпим, терпим. Главное забить эту тварь в угол и не давать ей оттуда выйти, собственно говоря. Ну и не дать ей быстро ходить, разумеется. И не дать ей по себе уешить. Хотя Grand Flash иногда очень сильно мешает. Да. Так, в Эстельку, так как она поближе. Оп-оп-оп. А за десяточку пройдешь, босс, так? Давай, серва, мы в тебя верим. Как будто у меня есть выбор его не пройти. Ну, в любом случае, спасибо за поддержку тебе, дорогой мой друг. Все в моих руках, и даже больше. Рун, конечно, слабенький. Но тоже ничего не попишешь. Подожди, а саундкросс у меня есть? Или я не успею его сделать? Да, саундкросса на Шере у меня нету, к сожалению. Окей. Он может быть здесь, но я в любом случае сомневаюсь, что эта штука сработает. Ладно.
Так, обновляем стеночки. Проблема в том, что да, я очень много отвлекаюсь на бафы и дебафы, но мне очень не хочется давать ей хилиться. Так что вы сами видите, к чему это может привести. Этот долгий босс-файт может вернуться еще на очень долгое время. Это очень не хочется. Пойдет. Локдаун спал, плохо. Будем скорость обновлять сейчас. Окей. Он стал чаще промахивать, значит, что мы теперь можем чаще, реже менять стеночку. И на том спасибо. Осталось ускориться по полной. На самом деле, привыкайте, мы входим в late game, и здесь такие босс-файты будут не редкостью, особенно в 9-й главе, то есть в последней. Можете не поверить, здесь босс-файты будут очень жесткие и очень долгие. Да уж, томитель не то слово. Полностью с тобой согласен. Но по сути в лейтгейме все такие босс-файты, к сожалению. На это влиять сложно. Да и в общем-то даже на нормальной сложности они не сильно проще. Здесь они проще, но как бы они тоже достаточно затянутые, скажем так. Плохо. Но могло быть хуже. Угу. Понял, принял. Ну, в дисгайбовой системе несколько иная, там как бы так долго мучиться не будешь в любом случае. Ай. Ай, ну серьезно. Спасибо, игра. Причем я бы не сказал, что Вулканус сложный босс. Ты явно с Серафимом не сражался. Вот это сложный босс. Сложнее, чем Вулканус. По многим причинам. Могло быть хуже. Ладно, мы все еще держим эту штуку в узде. На том спасибо. Не знаю, как мы это делаем, но мы это делаем. О, хороший крит сейчас был Цин. Молодец. Всегда бы так. Я даже вот так вот сделаю. 4000 всего, серьезно? Ох, как мало.
Ох, как мало. Ох, как плохо. Так, попробуем Silent Cross. Вряд ли сработает, но я хотя бы узнаю. Да, это сбивает ей каст, идеально. По крайней мере, я теперь знаю, что это работает. Отлично. Значит, дальше будет проще. Все еще терпимо. Хороший крит, сын, молодец. Так, держать, дружок. Четкий крит был, прям вообще огонь. Ману установили, хорошо. Сойдет. Все еще терпимо. Угу. Гиены, разумеется, не достану. Хорошо. Ладно. Давай, Сервал, соберись. Немножко осталось. Не теряй концентрацию. Давай. Сколько там осталось? 1500, хорошо. Рип. До свидания. Ты был славным противником, но... Нет. Как же ты меня выбесил? До свидания. Господи, есть, просто есть. Это был долгий час, но мы справились, дорогие зрители. Спасибо за то, что смотрели. Это была жесть, как она есть. Yes. О, новый скрафт для Шеры. Отлично. Да, десятка точно хорошо зашла. Спасибо. Поехали дальше. Топазовый джем. Очень хорошо. Спасибо, игра. Я оно мертво, да? Тоника, не. Уверен, что да. Мо мажуно кехай мо най. Теперь все стихло. Кери га цуйта митай, не. Похоже, что с этим мы разобрались. Сода, Ридж-сан ва? Ох, черт, а как же Ридж? Дайджобу. Цукарете кио ушинаттеру даке йо. Он в порядке, просто без сознания. Тоникаку мачи цурете кайро. Ну, нужно отнести его обратно в Орлун. Не най токору ни кизу оттейру камошире. Хотя, казав, им все еще нужен отдых. Со да не. Да, это уж точно. Дева, Коин сан то горю сте, чижоу ни модоримашо. Вернемся к лифту и к остальным на поверхность. Э, икимашо. Да, идем. И таким образом, кризис в шахте Малги, возникший из-за феномена орбоотключения, благополучно закончился. Я перестрадал. Я просто перестрадал. Мы час боролись с этим боссом. Два раза его даже почти убили. Господи. Жесть. После возвращения на поверхность и празднования их побега с шахтерами, группа из Стелетнис вернулась в город с Гейтоном, чтобы доставить Риджа домой и отчитаться об их успехе. Наруто.
ど、そんなことが。ну и ну, звучит как какой-то просто полный переполох. 一歩間違えば、ひどい結末を迎えていたかもしれないわね。если вещи пошли слегка не так, то все могло бы закончиться трагедией. А, да, но ты даже не представляешь, насколько. Ты даже не представляешь, черт возьми, насколько ты права. А, 俺たちが助かったのは、ここにいる姉ちゃんたちのおかげさ。Все благодаря этой девушке и ее команде, которая спасла нас. 前に助けてもらった時は、危なっかしく感じたもんだが。В прошлый раз, когда пришла к нам на помощь, она выглядела несколько ненадежной. 今日は落ち着き払ってて、別人を見てるみたいだったぜ。Но в этот раз просто небо и земля. Такое ощущение, что к нам пришла совершенно иной, пришел совершенно иной человек. そうかな? Эй, ну... 別にそんなに変わってないと思うけど? Не думаю, что я поменялась, ну, настолько сильно. 謙遜することはねえぞ! Нет нужды быть... Нет нужды скромничать, девушка. こいつは俺が感じた本当の話なんだからな。Я так считаю, это правда. 謙遜というか... Не уверен, что... Я не буду... Я не уверен, что это скромность. Эстер の場合、本当に気づいてなさそうだけど... Учитывая то, что это Эстер, я просто думаю, что она еще не поняла, сколько она изменилась. Ари эль ва не? Это вполне ожидаемо. Вот, блин. 褒められてるはずなのに、なんだか嬉しくないわね。Мне кажется, что мне делают комплимент, но почему-то у меня такое ощущение, что он не очень-то теплый и уютный. 誰しも自分自身の変化には気づきがたいものよ。Сложно заметить изменения в себе, Эстер. 少しずつ、時間をかけて変化していくものだから。Помни, люди меняются постепенно. О, 俺は久々だったから気づいたのかもしれねえな。Именно так, возможно, я заметил из-за того, что очень много времени прошло. ともかく、遊撃士として立派な働きぶりだったぜ。Суть в том, девушка, что вы сделали очень серьезную работу. Гордитесь этим. Эстер Ниошио. Да, Эстер Джошуа. Сорени, Джин Сан то Ширазадому. И Цин Шер, вы тоже. Хонтони, йоку ятте курета ва не. В этот раз вы проделали просто фантастическую работу. Ваташи мо гильдо но ичин то сте. Аната тачи о хокори ни омоу ва. Я горда называть вас своими товарищами по гильдии. До итасимаште. Не переживай, в этом не было ничего такого. Да, конечно, Эстель, в этом не было абсолютно ничего такого. Корекарамо, ёрошко онегайшимас. Мы старались как могли. Ма, шимею у хаташта мадеса. Это была работа дня. Соумоу нара, Айна, кондо косо иппай огори насайо. Если ты так считаешь, Айна, то купи мне напиток в следующий раз. Ара, иппай даке де ино? Всего один, ты уверена? Соре га Стайн Розе нара не? Если это, если речь идет о Стейн Розе, то разумеется. Мата о саке но ханаси штеру си. И почему разговор между этими двумя всегда сводится к алкоголю? Донна вадай кара демо, коко ни цнагарю ё не. Это так же неизбежно, как смерть и налоги. С последнего счета совсем. Про налоги хорошо сказано. Сате то, мада кичинто рэй мо шите най но ни варый га. Ну хорошо, думаю, что вы все достойны, хорошие благодарности. Соро-соро Козан на хоу ни мудоросете морау то суру зэ. А мне нужно вернуться в шахту. Джико га атта ато то ва ие, ичо ва согё о цзукетеру нде на. Несмотря на то, все то, что случилось, нам нужно продолжить работу. Аре, со нанда? Правда? Но это... А, джосоу но кодоу демо, джабун шиготу ва декиру кара на. Нам все еще есть чем заняться на верхних уровнях. Кэби ни ките курета ничан ни, ёрошко итте ойте куре ё. Передайте наилучшее положение Ариджу тоже, ладно? Айцу, дайджобу датта нука? Хидоку яролете та йо дага. Надеюсь, не все будет в порядке. А то он выглядел так, как будто по нему Риносайдер прошелся. Ачкочи итаметеру кедо, югекиши ни тотте ва касрикизу ё. Он серьезно ранен, он все-таки брасер. Он справится. Моу ишики о торимодоште, има ва хотелу де ясунде иру ва. Фактически он уже проснулся, он сейчас должен отдыхать в отеле. Сока, соре нара хито аншин да на. Вот это облегчение. Сойча, корде шикке сурзо. Маттака кёва таскатта зэ. Ну, я тогда буду отправляться. Еще раз спасибо, вы действительно спасли наши шкурки. Оякатасан му киоцкете не. Берегите себя, шеф. Осигото, гамбатте кудасай. Удачи. О, мата на. Увидимся. Сате, корде иккен ракчак не. Что ж, с этим разобрались. Литчи му, аната тачи му. 今日はよく働いてくれたわ。
Вы, Риш, очень хорошо поработали сегодня. Корекарамо соно чоуси де кацуяку о цузукете чоудай. Пожалуйста, не останавливайтесь, поражайте в том же духе. Хай! Конечно. Соре то, конкай но кото ва, сдэ ни сатэ о сите ару ва. Я также закончила расчет формальных результатов миссии. Сихарай о укетай токи ва, аратамете хоукоку о эранде не. Дайте мне знать, когда захотите получить выплату. Рёкай йо. Обязательно. Господи, это закончилось. Большое спасибо за ваше внимание, уважаемые зрители. Увидимся с вами в следующей серии. Тарусан, называется Second Chapter. Удачи, пойду отдыхать.